Здравствуйте, Александр. Это видео про ваши одуванчики. Первый одуванчик на моем тестовом объективе. Сейчас я его проверю в моей камере. Этот одуванчик для Юпитер 37А для установки на КПН. Фокусное расстояние 135 мм. Диафрагма от 3,5 до 22. Этот одуванчик я отошлю вам уже установленным на полочку. Вам нужно будет только аккуратно его приклеить на ваш КПН. И второй одуванчик для Гелиос 81N. Фокусное расстояние 50 мм. И диафрагмы, согласно таблице поправок, которую вы уже получили, от 2 до 32. Ну, вы всегда можете поэкспериментировать, перепрограммировав одуванчик от 2 до 16 и работая только через поправки экспозиции. Этот одуванчик, кроме того, что он запрограммирован согласно таблице, он также подпилен в нужном месте для правильной установки на объектив. Также высылаю вам клей. И внутри упаковочки клея лежит зубочистка для нанесения клея на адаптеры на объектив. Ни в коем случае не наливайте из тюбика. Калибр, в принципе, может вам и не понадобиться, ну, разве что для ориентации на КПН. Вот. Также, в принципе, вы можете на КПН сначала наклеить одуванчик вместе с полочкой на двухсторонний скотч, ну, чтобы не ошибиться. Потом, в любом случае, убрать скотч, обезжирить все поверхности, аккуратно нанести немножко клея и установить одуванчик. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.